Нужно пожрать, пока есть холодильник. А то пизданут меня из этой квартиры. Чувствую. Скоро. Ну, вернее, не меня пизданут, я сама пизданусь. Ну, не суть важна. Нужно жрать, пока есть еда. Потом будет лучше еда. И другая. И другие условия получше будут. Вот так, блядь. Так, блядь, и живем. Держимся за меньшее, когда знаем, что будет большее. Ебанутость, правда? Правда?